Доброе утро, мир! С вами Гусев Александр и Глафи Геймс, как всегда, на связи. Сегодня мы приносим вам порцию нового экшона, новой серии, нового Barn Finders. Друзья мои, это продолжение, поэтому все просыпаемся, умываемся и всем желаем приятного просмотра. Мы начинаем. Погнали! Так, теперь... насколько мы помним, насколько мы вернулись с вами после торгов. После торгов тяжелых, потных, мокрых. Мы с вами их выиграли, мы с вами победители. И у нас очень много барахла, которое нужно сейчас все расставить, привести в порядок и продать. Хорошо, значит, что мы сначала делаем? Сначала мы, значит, ставим то, что ставится, вот так вот. Ничего нет. Вот так. Вот так. И вот так. Супер. Хорошо. Значит, большие полки у нас заняты. Это замечательно. Сюда еще что-то влезет. Ой-ой-ой-ой-ой, ребятушки. Будет, что мне придется покупать. Мне придется покупать новые полочки. Но мы это посмотрим. Хорошо, теперь мы можем, по-моему, отправить... Запаковать и отправить. А, подожди, мы еще туда не ездили. Блин, ничего себе. Хорошо, тогда в таком случае. А вот это все нам нужно. Ой, тогда надо покупать. Тогда я не пожлоблюсь и буду покупать полочку еще одну. Обычную, нам... Мы скромненькие, обычную полочку возьмем. Посмотрим, что мы на нее можем, кстати, поставить. Вот. А поставить мы можем очень много, как оказалось. Теперь. Блин, все равно дохренище всего осталось. Ладно, идем на машинку, значит, мы. Печатную. Сейчас быстренько с вами ее починим. Куда? Сюда. Ой, машинка еще есть, я забыл. Мы же выиграли новенький автомобиль за 800 долларов. Ладно, я его за косарь продам минимум. Я вам обещаю, за косарь я его минимум продам. Так, хорошо. Как тут делается, я уже забыл. Так, вот сюда. И относим. Но у меня места нет, да. Я забыл, что у меня нету места. Ну что, сейчас мы это все починим, все помоем, все соберем. Магазинчик мы с вами откроем и начнем наши продажи. Надеюсь, успею еще и съездить на новую локацию. Так, это относим. Это мы относим и смотрим, чего у нас тут еще. Так, мышек мы можем собрать, это ж пазл, по-моему. Ну это ж пазл, нет? Или я что-то путаю? Да, я путаю. Это не пазл, я дурак. Да, неловко получилось. Хорошо, то подожди, значит, я вообще ничего не нашел такого? В смысле, а куда я его дел? А куда я дел эту крыску? В смысле? Куда она пропала? Она просто пропала. А если серьезно, куда она пропала? Не понял. Вот прям серьезно, а куда она пропала? Охренеть, я просто просрал, типа, крыску эту. Ладно, наверное, она найдется, но... Странно. Глюк. Хорошо, давайте, открываемся. Open, и все, ждем, ребят. Очень много всего, поэтому давайте, ребят, собрались. И начинаем. Я пока крыску поищу. А вот серьезно, а куда она делась? То есть я просто подошел, она пропала и все. О, тихо. Два сразу. Тихо, ребят, тихо.
120... В смысле? Ты дурак. Нет. Раз, еще плюс давай, еще в плюс. Вот это умничка. Вот 109 нормальная цена, все, давай. Вот 109 очень хорошо идет. Такс, подожди, я крыску, блин, не могу найти. А куда она пропала? Да. Это, конечно, успех, ребята. О, машина. 880, не, косарь минимум, мужик. Бррр, так, тихо. Раз. Так, хорошо, косарь есть, но я думаю, можно больше. Отлично. 1160. Вот теперь автомобиль я могу продать. Так, все, забирай. И право... В смысле, это кто? А ты что здесь делаешь? А, маска здесь... Почему маска здесь? 176? Не, торгуем. В смысле, минус 40? Это что сейчас было? А как это в минус уходит? Маска плодородия, алло. Еще минус 16. Да иди ты нафиг, блин, слышишь? В минус я еще буду торговать. Так, подожди. 127, не, брат. Во. Я не знаю, почему мы там в минус торговали. Это что-то с чем-то. Я торгуюсь, типа, и в минус с ней. Так, тут сложно. Очень сложно. 150, красавчик. Давай, вали. Так, можем пока поставить вот это и вот это вот. Мистер Олень здесь. Он вот так вот, блин, я думал, его можно повесить. Сюда нечего. А что здесь вообще маска это делала? Что происходит? Так, ты. 215, нет. Че ты, не вот это вот, давай. Торгуем. Козел, блин, а? Ну ладно, забирай. 52, нет, дороже. Ой-о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 й. Это вообще ужас был. Я лучше откажусь, я не буду ей. Я с кем-то другим попробую. А чё она так всё сложно? А почему здесь глобус? А что это такое? А, на распродаже. Да идите вы в жопу, ни хрена я-то ничего продавать не буду. В минус еще ни хрена себе. Идите вы в жопу, ребята. Так, подожди, тут стол надо поставить. Идите вы в попецкий. Так, что-то сложновато становится. Очень тяжело. Очень тяжело торгуется с вами. 275. Раз. И два. Вот. Вот теперь хорошо чувствуем. 363. Радуйся, мужик. Радуйся. Такс. Items for sale. Ни хрена себе, распродажа здесь какая-то появляется. Странно. Так, подожди, у нас больше ничего нет, да? Я крыску потерял. Я хрен знает, куда она пропала. Она просто пропала. Прикольно. О! Мистера Оленя забираешь. Ну, он 300. Ну, он за 350 можем договориться. Отлично. Не, я же говорю, 350. Вот. Коль предлагаете 405, я не смею отказывать. Я не смею отказывать. 405 так 405. Вы победитель. Уговорили меня. Вы меня уговорили. А теперь я не понимаю, как я просрал крыску. Прикольно, блин. Такс. Дайте ты в задницу, блин.
Что хочешь? 220, давай. Плюс 50. Еще есть потенциал. Умничка. Умничка. Продаем. Продано. Фух, хорошо, ребятки, все, значит, в итоге мы с вами наторговали 10597, слабенько, конечно, слабенько, не все идеально шло, не везде получалось сторговаться, и я просрал. И я просрал крыску. Хорошо, значит, а что я хотел? Я хотел купить топорик лучше и лопату. И едем на задание. Болото. Эй, малой, помнишь ту бешеную ведьму из лесов? Ее домишко принадлежит Мико. Сейчас там праздничное мероприятие, а помнишь того чудика Клетуса? У него там был улетный Моисей. Подсобишь старому другу кузен. Ваша награда, хорошо, все, поехали. Чикс. 300 долларов, ни хрена себе. Ладно, поехали. Поехали, будем смотреть, что как. В общем-то, я готов. В общем-то, я готов к новой Локи. Зловещее болото. Особое мероприятие Мико. Ну давай, зловещее болото. Посмотрим, насколько ты зловещее. Вы хотите испугаться? Ну хочу. А что они меня спрашивают? Или я хочу испугаться? Еще не нашлась та тварь, которая сможет меня напугать. Делейла, подожди, Делейла. А, мы сейчас торговаться будем за эту фигню? Ох, уроды, блин. Ну ладно, хрен с вами, я готов в любом случае. Что смотрим, давай. На тебе, блин. Да все, вы все бомжи. 3500. Вы за гараж не могли полторы отдать. Что? Да пошли вы в жопу, блин. Я по-взрослому буду играть. Бабки есть. Хрен там, кто переплюнет. Дракониха. Что? 5 кусков. Я в шоке просто. Unexpected. 5750. Не, ну тут территория здоровая. В итоге 300 у меня осталось. Да, это успех, ребят. Так, все, разошлись. Это моя территория. Все вон, пошли вон. Так, значит, сначала по старинке. Мы смотрим сначала снаружи все, осматриваем. Сначала мы по старинке все снаружи осматриваем. О, видишь, уже по 3 детальки вываливается. Вот. А дальше все будем смотреть уже в доме. Опять здесь будут, конечно же, какие-то потайные эти секретики. Мы в этом будем разбираться, будем тупить. Очень много всего будет происходить. Но локация, конечно... Все равно меня никто не сможет напугать. Я же говорю, не нашлась еще та... Ладно, не нашлась еще та тварь, которая меня сможет... Нифига, Билли уже позицию занял, красавчик. Так, нам туда нельзя, все. Это болото, в болото мы не прыгаем. Это не разбивается под ногами у нас. Ты смотри, Билли. Неужели Дженни развелась? Вот же... Ни хрена себе! Ты чё, мужик?
Охренеть, Билли! Ну пошли вы в жопу. Я в шоке. А, ладно. Пусть пока крокодил пытается сожрать у нас нашего Билли. Да ладно, что, прыжками? А как мне это сделать правильно? Охренеть. А, блин, подожди, может по бокам, по веревочке, я забыл. По веревочке же можем пройти. Алло, для дебилов же. Это же для дебилов сделано. Вот так, хоп. Ловкость руки, никакого мошенничества. Такс. Так, туда уже нельзя. Там уже болото. Так, я же говорю, пока он никуда не... Ни хрена себе территория, блин. Что? То есть мне вот так вот только тут... Крок такси? Ребят, по-моему, мы попали в самую жесткую, что ни на... Что ни на есть наркоманию. Так, забираем. Все мы забираем. Новый плакатик. Материальчики. Это сейф мы будем собирать, это понятно. Так, все, осматриваем все. Подожди, что это? Это шухлядка, это раз. Пусто. Почему пусто, я не понял. Нижнюю можно как-то открыть. В смысле, не рассказывайте, нижнюю еще можно открыть. Подставные, блин. Либо нельзя. Так, под нами ничего. Под нами ничего. А, ладно, идем теперь в этот дом. Погнали теперь в этот дом. Ой, игра, как бы ты ни старалась, ты меня не напугаешь. Я опытный ковбой. Ни хрена нету. Такс. Пентаграмма, нормально. Прям попали мы в это с вами. Ведьма из Блэр, да? В ужастик. Что, туда залезть нельзя? Потайничка никакого нету. Что, вроде нормальная атмосферка. Домашненько, уютненько. Что, картину даже нельзя? Да ладно, не рассказывайте, картину нельзя забрать. Наркоманы тут, блин, над курочками издеваются. Ни хрена, ни хрена, ни хрена, ни хрена.
Ну, допустим. Ну, допустим. Очень много, кстати, предметов повторяется. Слабовато. Слабовато. Так, печь. Печь забрать можем? Не можем. А жаль. Вот это ведерко можем? Нет. Только можем его расхреначить. Дверь, блин. Я дверь расхреначил. Да ладно, тут ничего нету. Не может быть такого. Подождите. Это все? Вот эти картины меня напрягают. Не может быть такого, что это обычные картины. Какая же тут есть подстава? Но я пока еще не понял, какая. Пара джинсиков. Нормально. Джинс много не бывает. О, комнатка. Уютненькая, да? Часы не забираются, как всегда. Гитарка на продажу 100%. Буба, Делайла, Турбо Калф. Так это же наши клиенты. В чем прикол? Почему здесь их портреты? Не понял. Арбалет валяется. Арбалет — это хорошо. Не понял, почему? Зачем? Тут потайничка никакого нет. Тут и карты, конечно. Такс. Ни хрена тут нет. А слабо. А это слабенько у нас все. Ну, наконец-то. Так, отмычка, давай работаем. Принято. Неужели? Ладно. Тихо, я вижу баночки. Почему баночки нельзя взять? Вы же подставные баночек меня лишаете. Опа, вся. Допустим, тайничок. Почему эти баночки не могу взять? Музыка здесь, конечно. Клетка какая-то. Так, наверное, все. Ну, наверное, в этом доме все. Так, хорошо, допустим. Допустим, идем теперь дальше. Еще мою любимую парашку надо найти. Да блин. Ребята. Что за подставу вы мне делаете? Так, здесь вот этот вот амбарчик старенький. А тут вот эта вот мне штучка напрягает. Почему она не открывается? Почему она не открывается? Так, туда можно пройти? Туда нельзя пройти. Так, хорошо, тихо. Блин, мужик, ну... Ладно, ждем следующего. А, он так возвращается? Охренеть просто, блин. Я же не допрыгну сейчас. Так я могу перепрыгнуть, подождите. Я же могу перепрыгнуть, смотри. Раз, два. Ладно. Ладно, я не буду рисковать. Давай на это покатаемся заодно. Крок-такси. На нем еще и курица ездит.
Охренеть просто. Да, забавно. Это типа водила, да? Да ладно вам, ну как? Это успех. Крок такси. Нельзя как-то ближе туда подъехать. То он далеко прыгает, то он вот не допрыгивает. Ну как здесь разобраться вот с этими прыжками? Да блин, задрали. Давай, брат, разворачивайся, я тебе пока жду. Вот как мне разобраться с этими прыжками? То далеко, то нет. Давай, Крок. Крок, давай, удиви меня. Блин, предметов еще половина, даже больше половины осталось. Все, едем. А как? А как мне туда? Ты дурак, что ли, совсем? Там еще один. Блин, ребят, ну вы не тем занимаетесь, явно. Еще я буду тут с прыжками мучиться. О, яма. И ни хрена. Просто потому, что ни хрена. О, Жмурик. Здорово, братишка. Что это там, нормально плавается? Я хренею просто. Я просто хренею. Ладно, подожди. Я на крок такси иду. Топ. Вот как? Ну блин, ну ребята, ну не прикалывайтесь так. С этими прыжками вашими. А, так я здесь вообще появился опять? То есть я упал там, появился на этом берегу. Да. О, я не могу просто уже. Так, давай. Тихо, тихо, спокойно, спокойно, вези меня. Вор. А, Бух, это я его утопил? Ну и допустим, и что? И это все? Зеленой тёлкой решили меня напугать. Ребят, старайтесь, надо больше. Так, тут еще один домик. Давай сейчас его посмотрим. Давай-ка мы... Мы его осмотрим и посмотрим. Что это? Монета короля. И все? Я даже провалиться вниз не могу. Как-то слабенько, ребят. Как-то слабенько тут у вас. А, тут еще и лодочка есть. Вот это мне уже нравится. Если есть лодочка, это хорошо. Мы еще куда-то с вами сможем сплавать. Опять секретики будем искать. Такс. Ма. Я типа мама, да? Раз, два. Раз, два. Такс. Еще парашку не нашел, кстати. Так. Коллекционных предметов у меня уже два. Коллекционных предметов у меня уже... О, ножичка. Раз, два, три.
потихоньку предметов у нас меньше становится. Так, там еще лестница наверх какая-то есть. О, уже интересно. Ну давай. Ну давайте. А кто тут что? Кто я? Я на ужин пришел, что ли, получается? Кто-то готовит, кастрюля какая-то, ключик золотой, ни хрена себе. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Ключик хорошо, значит. Ключик-то у нас что-то открывает. Туалетик. Там, наверное, туалетик, да? Ну, конечно. Ну, конечно же, куда без этого? Так, там ничего нет? То они там любители в туалете книгу спрятать, там еще что. Так, хорошо. Халабудка сверху. Ой, музычка играет, значит, мне кто-то... О! Чё? Зигля, так я, походу, вовремя пришел. Эй! Ребят, алё, без меня не начинайте. Ну чё, братишка, рассказывай. Охренеть, у вас тут пати, конечно. Охренеть, у вас тут пати. Так, хорошо, значит, забираем. Это же наш основной, наша основная цель, ради чего мы сюда приехали. Надо будет отправить искомый предмет на один, вот. Еще, я так думаю, у нас два предмета здесь в этой локации остались. Тут больше я ничего не вижу. У меня есть ключ. Ключик что-то открывает. Ключик что-то, у меня есть ключик, ключик что-то открывает. Значит, а? Я же не умру? Не умру. Значит, а нам надо найти то, что этот ключик открывает. Как говорится, смотрим дальше. Что это? Смотри, под домом ничего нет. Это еще дальше можно поплыть? Ни хрена, подожди. Мы пришли оттуда. Здесь еще лодка какая-то есть. Ладно, с лодкой давай потом. Наверное, лодка это обратно домой. Хотя хрен его знает. Ладно, сейчас посмотрим. Давай сначала вон туда. А потом и на лодке. Хотя ладно, на лодке быстрее будет. А то пока я этого крока дождусь. Ну да, я так и знал. Да, это значит быстрый ход домой. Подожди. Хорошо, значит, надо на крока. Значит, нам нужен крок-такси. Возможно, там будет клад какой-то. Так, крок, привет, сэр. Можно как-то побыстрее, не? Я так и не понял, конечно, чем они меня хотят напугать. Меня спросили, вы хотите напугаться? Я говорю, да. То есть, с зеленой ведьмой и крокодилом они меня хотели напугать? Так, нам сюда тихо, сейчас разгон будем брать. Вот так вот. Ну не очень много-то предметов. Не на десятку точно я тут собрал. Лишь бы 5000, лишь бы 5000, придется очень хорошо торговать с ними. Так, слышь, а как я здесь еще прыжок? Слышь, крок такси. Смотри, мне пофиг. Яички жарю, и хорошо. Хорошо. А, ладно. Придется прыгать. Я же, кстати, туалетную бумагу не нашел. Я еще, кстати, туалетную бумагу... Лодка?
Хорош! Вау! Вот этого я не ожидал, кстати. Вот это очень жирно. Так, молодцы. Но я не нашел парашку. Так, подожди, если я прыгну. Можно как-то быстро? Потому что я не хочу ждать его. Блин, быстро не получится. Значит, придется на кроках кататься. Хорошо, значит, еще раз быстренько исследуем домик и сарай. У меня есть ключ. Ключ что-то открывает. Мне надо понять, что. Это успех. Не, ну с кроками мне эта идея. Она смешная, забавная, но... Это нет. Это нет. Чё ты такое, не понял? А чё у вас тут два? А ты куда едешь, слышь? Ни хрена себе он шпарит. В смысле? Слышь, Крок, ты чё, заблудился? Крок? Эй, ты! И все? Понятно. Ну тут я уже не допрыгну так. Понятно, что это за крок был. Еще один. Не, ну так просто быстро летел. Прям я думаю, ни хрена себе. Это я понимаю, водила. Не то, что некоторые. Давай, гони! Не, ну предметов очень мало. Ну, сколько лодка может стоить? Ну, косарь, наверное, там с копейками. 1300 будет стоить уже хорошо. Но если она будет даже... Если она даже косаря не будет стоить, ну... Ребят. Это обидно. Так. Я просто даже... Суть в том, что я даже не слышу. Тихо, там чердак есть. Алло. А, извините. Это мне показалось просто. Так, а тайник, 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 тайник. Ключ от чего? Подождите, ключ от чего? О-о-о. От двери, не двери. Замок. Так прикол в том, что я еще даже и не слышу парашку. Домик на дереве я смотрел. Ну, сейчас посмотрим, есть ли здесь вообще туалетная бумага это. В смысле, ну упаковали вы. А мне напиши, сколько я предметов нашел. Вот, золотую бумагу не нашел. Я все нашел, кроме золотой бумаги. Ладно, допустим, я долго не буду на это время тратить. Я просто даже звука не слышал. Я просто даже звук не слышал туалетной бумаги, поэтому. Не обессудь. И золотой ключ. От чего? Надо внимательно пройтись и послушать. Она же звуки издает, издает. Почему здесь со вторым это? Почему здесь нет второго этажа? То есть прям вот его нету или... Или это подстава? Наверное, на крышу надо как-то залезть. Я же на крышах, кстати, не был. Я же на крышах, кстати, и не был. Ну, наверное, на крыше. Прям 100%, но я просто...
просто сюда не запрыгну. А подставить мне нечего. И я не знаю, от чего ключ. Ладно, хрен с ним. Лошары, блин. 100 предметов все нашел. Так. Вернуться домой. Так, точно. Я просто даже когда бегал, я вообще туалетную бумагу не слышал. Но я думаю, она где-то на крыше. Возможно, в кустиках была. Но, в общем-то, хрен с ним. Так, Билли, давай. Билли, разгружай, разгружай, мужик. Даже не жалуйся. Ласточка у нас то, что надо. Вот, смотрим, что по улову. Ну, слабо. Очень слабо. То есть, я говорю, лишь бы 5 кусков у нас было. Запаковать, отправить. Непрочитанные письма есть. Ниндзя вышел из своего убежища и скоро будет у вас дома. Вы можете нажать сюда, чтобы вести слежку с помощью GPS. Вам нужно передать секретный код ниндзя, чтобы получить конфиденциальную информацию. Если вы ошибетесь, никто не сможет поручиться за вашу жизнь. Забыл код, мы можем выдать его повторно. Бесплатно, прямо сейчас нажми сюда. Но я хочу нажать. Не, не будет. Ну ладно. Специально для вас мы построили стенд, на котором посетители могут продать вам ненужные товары. Получите лучшую цену, затем продать ее себе с прибылью. Просто. Ну, это понятно, это мне вот так, что я это просто не читал. Дорогой друг, вам когда-нибудь хотелось заработать лишних денег, не прикладывая лишних усилий? Тогда позвольте мне, Мартину Сперру, приобрести вашу компанию. Вместе с профессиональной командой бизнес-центра я получу ваши мечты в реальность. Да что ты рассказываешь? Что ты рассказываешь? Заказы, заказов нет. Это нас... Опася... Ну, это я прошел. Наверное, новый день, новые будут... новый день, новые заказы. Хорошо, ребята. Опять эта дивная лунная ночь. С вами был Гусев Александр и Barn Finders. На этом наша серия заканчивается. Увидимся в новом эпизоде. Как всегда, любим, целуем, обнимаем. Всем пока-пока.